Для меня школа – это хорошее воспоминание. Если нам вдруг задавали учить стихи, то мне всегда было легче выучить стихотворение, если я сочиняла музыку к строчкам стихотворным. И в итоге сейчас у меня уже есть целая программа из моих песен, основанных на стихах разных поэтов. И многие из этих песен были написаны еще в школе. Удивительно и классно то, что ни одна нота не изменилась. Мои друзья, очень многие, именно мои одноклассники, и мой муж – это мой одноклассник. Был один случай на уроке физики, преподавательница очень как-то жестко что-то высказывалась в мою сторону. И вот мой будущий муж, он встал на этом уроке, поднял руку, сказал: «Так, еще одно слово про эту девочку, и вы будете иметь дело со мной». Это меня поразило. 1 сентября для меня – это семейный праздник, потому что в моем роду преподаватели все. Мой дедушка был более 30 лет ректором Герценовского университета. Бабушка моя тоже преподавала. Еще моя мама. И мой муж в этом году идет преподавать в университет культуры. Я поздравляю с 1 сентября всех тех, кто идет учиться, всех тех, кто идет преподавать. Пусть знания приводят к счастью.